27 февраля, 5:30 утра, я выдвигаюсь в Оршу. Встал утром в 5 утра, нормально встал, в принципе. Так, моросит небольшой дождь, сейчас очень важно не залезть в лужу, чтобы потом не быть весь день с мокрыми ногами. Вот уже и Минск. Минский пассажирский вокзал. Жду поезда на Оршу. Вот мой поезд. Так, у меня первый вагон. Опа! Ну что, Орша, пошли! Вышли с поезда, пытаемся заказать такси. Ну что, гостиница? Гостиница Орша. Нам на 5-й этаж. Ага. Лифт, спасибо. А, там лифт. О, прибыл. Спасибо. 5-й. 5-й. Да. Сразу. Всем привет! Привет! Привет, 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 привет! Позапирались тут! Привет! Приветствую всех! Ой, локтями, да. Да! Вышли из гостиницы каким-то черным ходом. Ну, уже не знаю, черные ходы. Да, как сюда попасть? Команда Беларусьбанка пока не в полном составе выдвинулась на ледовую арену. Да, получается. Ну там всякие офисы, типа кардиолога, адвоката и всяких прочих. Бизнес-инкубатор. Вот. А слева птицефабрика уже. Видишь? Да. Вот потом они птицефабрику сдают. Ну, какое-то здание старое, интересное. Он мне вообще не нравится, это красиво. Абсолютно не нравится, там, блядь, сидит все. Ленина в Орше не снесли, стоит. С кепкой. Или с чем он тут стоит? У нас же не Украина. В Орше какая-то ярмарка. Холодно, сыро, мокро, так неприятно. Тут предлагали экскурсию. Да ну нафиг в такую погоду экскурсию. Катание на поньках. Я бы что-нибудь съел. Да что-то у них ничего нету на их кермаше. Блины. Трдельники. Трдельники делаете. Прикольно. Беларусь еще не видел.
Ну, хоть что-то тепленькое съесть. Блин, с сыром и ветчиной. Вот она, Оршанская ледовая арена. Тут у нас и будут эти игры знатоков. Не, мы пока... О, металл не работает. Это нам... Так, по-моему, сюда. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. Вечерняя Орша. Вон там растяжка в красно-зеленых цветах. Возвращаюсь с игры. Сыграли не очень. Сейчас пойдем в гостиницу. Ребята, мы в мозговом штурме заняли в корпоративном зачете первое место. Отлично! А в общем зачете, Андрей? В общем пятое. Ну это уже хуже. Вечерняя Орша. Так, переходим на зеленый свет, как и положено. Снега уже совсем нету. Второй день в Орше. Собственно, города мы так и не увидели. Вчера было мокро, дождливо. И когда и закончились игры, уже, собственно, было поздно что-нибудь смотреть. А сегодня с утра, позавтракавши, опять на игры в ледовую арену. О! Вон она впереди. Опа! Закрыто. Эту тоже дергали закрыто. Вот тебе и на себя. Но вон тот вход открыт. О, кофейный автомат. Это хорошо. Чуть попозже попить кофе. Хоккейная арена еще пустая. О, народ собирается потиху. Все, закончились у нас игры. И вот под таким снегопадом мы идем на Оршанский вокзал. В общем, зачёте за призы. Что, где, когда и ну, возможно, в своей игре. Ну, не со стандартом, конечно, нет, но за какое третье место, может быть. Это красивый вопрос был, да. Думаю, у нас тут сейчас...
Ну, не туда идет раскрутка. По крайней мере, на этом турнире мы не раскручивали, что был Минск или Прополона, когда там фраза. Вот такой вот интересный Оршанский вокзал. Вот это поезд, на котором я поеду до Минска. Паровоз серии П-36. Вот всегда интересовало из кабины машиниста, что видит машинист в паровозе. Тут же все заслонено тендером, или как этот, в общем, передним баком паровоза все заслонено. Снежок, мокро, лесенка, ну, паровоз-то наверняка закрыт, колеса не слабого такого диаметра, метра полтора, Ай, снег. У меня 4-й вагон, 46-е место. Ой, пойду-ка я здесь зайду. Я в вагоне занял место у окна.